Добрый день, дамы и господа. Так обычно я к вам обращаюсь. А сегодня я хочу сказать добрый день, братья и сестры. Все, кто верит, то, что сегодня большой праздник. Для меня он большой праздник. Сегодня праздник Вербного Воскресенья. В Иерусалиме в этот день встречали Иисуса как царя. Он входил, и его дорогу осыпали пальмами и ветвями. А у нас эта вербочка священная, мы осветили ее. Пусть эта верба принесет в ваш дом радость, счастье. Пусть она будет оберегом на целый год до следующего вербного воскресенья. Мы встретимся через год, обязательно встретимся, потому что Иисус был распят. Следующая неделя страстная, а через 3 дня воскрес. Он отдал свою жизнь за то, чтобы очистить нас от грехов, взять на себя все наши негоразды, чтобы мы чистыми шли в жизнь. С праздником вас!